Скидки до 90%! Такого еще не было и уже точно никогда не будет. Только сегодня и только для тебя заходи в магазин и покупай любимую игру реально за копейки. Дешевле просто некуда. Торопись, так как предложение ограничено, и ты можешь просто не успеть купить любимую игру за копейки. Ссылка в описании. Всем здорово, бандиты, с вами Механик, сегодня продолжаем играть в GTA 4 Криминальная Россия. Я тут отсиделся уже в лесу, как вы помните, в прошлой серии была жесткая достаточно погоня. Такие вот у нас тут виды красивые просто, посмотрите. Можно на охоту сходить, вот так можно порыбачить здесь. Но прикол-то в чем? Мне вот, не знаю, выбраться получится на этой машине, нет. Но хотелось бы, конечно, мне обратно подняться наверх до деревни. Здесь просто, сами видите, как в каком она состоянии. Поэтому боюсь, что, наверное, пешкарусом придется нам топить. Ну да, вообще не едет. Ладно, фиг с ней. Поехали пешкарусом. Поехали. На 11 номере, как говорится, поехали. Слушай, а бегу, ничего я такой еще в форме. Молодец, в принципе. Форма присутствует вот эта спортивная. Так что сейчас добегу куда-то до дороги, возьму какие-то колеса и что, и будем двигаться. Будем двигаться дальше по жизни. Нужно нам куда-то стремиться двигаться. Вообще, я думал, если найду сегодня автобус, то попробую поработать с автобусником. Но, мне кажется, это довольно сложная такая задача. Сложная и нетривиальная. Так, возьмем неприметную... Блин, ну извините, женщина, но мне нужна ваша машина. Я правда не хочу этого делать, но мне нужна просто неприметная. Спасибо. Так, поехали мы в ту сторону искать, значит, автобус. Посмотрим, сможем ли мы найти пазик какой-нибудь или, может быть, что-то посерьезнее. Но пока, значит, едем. Пока ничего такого не видно. Пожарку вижу, уже хорошо. Хороший знак. Хаммер. Но все это пока еще не наш уровень. Нам нужно что-то... Ну нет, хотя есть пожарка посерьезнее, конечно, пазика будет. Но, в общем, нам нужен пазик. Есть тут пазик? Пока не видно. Пока никаких пазиков не видно. Ух. Извиняюсь. Извиняюсь, ребят, вообще случайно так вышло, я просто не хотел. Походу я кого-то коцнул. Ух! Аудюху убил просто. Брат! Брат, я сам не могу поверить в это. Посмотри, что стало с машиной. Вообще, братанчик, мне жалко даже. Извини, извини, случайно так вышло, я вообще не хотел. О, КамАЗ есть! А может быть, перевозим что-то на КамАЗе? Мне кажется, КамАЗ это хороший вариант. За отсутствием пазика, КамАЗ это хороший вариант. О, сейчас дверку прикроем здесь. Ну, мало ли, дождь пойдет или еще что-нибудь. Так, все, работаем на КамАЗе, ребят. Сегодня мы с вами официально трудоустроены. Сейчас поедем в деревню искать какие-то заказы. Может, кому-то что-то нужно будет. О, накоптил, как я. Так, останавливаемся. Вот такой вот КамАЗик хороший. О, шлифует аж КамАЗ-то. Моща есть, присутствует в КамАЗе. Коптит хорошо так. Давай, давай, поехал, поехал КамАЗ. Давай, 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 да что ж такое-то, давай, давай, поехали, ну. Ух, блин. Что-то задняя передача случайно включилась. Да, братан, ну я же не специально, ну что ты. Давай решим как-то этот вопрос. Ух ты, нифига себе у него движок какой. А тем временем, ребята, вы все видите сами, потому что тут автобус у нас появился.
Чих-чих-чих-чих-чих. Это мой. Мой маршрут, брат. Тормози, тормози. Тормози, это мой маршрут. Куда ты? Куда ты собрался? Брат, останавливайся. Вот это спасибо. Так. Сейчас мы как-то вырулим и выйдем. Все будет хорошо, наверное. Может нет, но попробовать-то стоит. Поедем сейчас в деревню к нам туда. О, автобус какой. Вообще четкий, да? Луаз. Смотрите какой. 10-й маршрут, ребят. У кого 10-й маршрут? Кто ездил на таком 10-м маршруте, ставьте лайк. Так. А у нас тут с вами проблемы приключились. У нас дорога пропала опять. Такое бывает, не бойтесь. Все хорошо. Это GTA 4, криминальная Россия. Ух, УАЗик какой, да, подготовлен. Но здесь уже съезжать не вариант. Здесь придется по дорогам ехать. Так, 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 так. Ух, ёлки-палки, чуть не свалился. Чё же вы молчите-то? Не сказали мне, что я чуть не свалился. Так, ну что, едем пока, спокойненько. Немножечко так вот срежем тут чуть-чуть, как бы... Тихо, аккуратно. Опасность. Опасность нас подстерегает. О! Все заработало, это хорошо. Так, ладно, едем до деревни. Раз у нас тут такие приключения. Ну, пока сейчас доедем, посмотрим, там получится поработать, нет. Захотят ли люди ездить на нашем 10-м маршруте или не захотят, это мы увидим. Совсем уже скоро, когда мы туда доедем. Если доедем, конечно. Блин, замучился ждать я. Пустите-ка меня. Блин, да вы угораете, что ли? Так дорог нету. Физически они отсутствуют. Вот, просто. О, появились. Ну не едет он у меня, ну... Отстаньте, копы. Блин. Классно тут. Что такое тут невидимое? Какое-то невидимое там что-то. Блин, ну как так? Ну почему именно сейчас они, а? Ну отстаньте, пожалуйста, копы. Так, я уперся во что-то. Ну ёлки-палки, ну так все хорошо начиналось, а. Сзади дороги нет, тут дорога есть, ничего другого нет. Блин, так и не доехал я, короче. Ох, чувака еще сбил случайно. Ну, ёлки-палки, ну вообще, это не прикольно. Я этого абсолютно не хотел, чтобы так получилось. Он еще не едет вообще никак. Даже не уйду на нем, наверное, от погони. Но зато и тачки, в принципе, не ощущаются. Можно расталкивать всех. Дороги опять нету. Что ж там такое-то, а?
Ух ты, елки-палки! А, фух, я думал, все, провалился, думал. Нет, тут просто спуск, видимо, какой-то. Все, все, давай опять уходим здесь, лесами, полями. И вот сюда вот сейчас. Ух ты, блин, страшно-то, как тут ничего нету. А где берег-то? А, я еще и вылетел. Ох, все, сдох, блин. Ну ладно, ребят, раз сдох, то на этом серия заканчивается. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии.